Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net/геометрия 7 класс. Автор Мерзляк. Задание 335. Отрезки АВ и СД пересекаются в точке О, а О равно БО, а С параллельно БД. Докажите, что СО равно ДО. Итак, возьмем отрезки АВ и СД. Они пересекаются в точке О. Отрезок АВ. Отметим точку О, так чтобы АО было равно БО. И запишем сразу. АО равно БО. Так, ну вот отрезок CD, который пересекает отрезок АВ. И АС параллельно БД. Значит, АС соединим, БД соединим. Запишем АС параллельно БД. И нам нужно доказать, что СО равно ДО. Ну, давайте вначале на чертеже отметим равные отрезки АО и БО. По условию эти отрезки равны. Первое. Из того, что прямые АС и БД по условию параллельны, если мы рассмотрим эти две параллельные прямые и секущую АВ, то при пересечении секущей двух параллельных прямых накрест лежащие углы равны. А это угол А и угол Б. Угол А равен углу Б. Давайте на чертеже их покажем. Угол А и угол Б. Второе. А вот теперь мы рассмотрим треугольники. Треугольник АОС и треугольник БОД. В этих треугольниках сторона АО равна стороне БО по условию. Угол А равен углу Б. Это мы только что доказали. А углы, вот этот угол, обозначим его 1. Вот так двумя черточками его покажем. И угол 2. Эти углы вертикальные, поэтому они равны. Угол 1 равен углу 2. Тогда у нас получается, что сторона и два прилежащих к ней угла треугольника АОС соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам треугольника БОС, следовательно, треугольники АОС и БОС равны по второму признаку равенства треугольников по стороне двум прилежащим к ней углам. А в равных треугольниках напротив равных углов лежат равные стороны. То есть напротив угла А лежит сторона СО, и напротив угла Б лежит сторона ДО. Значит, СО равно ДО, что и требовалось доказать. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.